Рождество! С новым счастьем! Ну, счастье-то у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил! Все так, Ваше Величество, ведь сегодня уже 1 января! Вы ошибаетесь! Сколько дней в декабре? Ваше Величество, ровно 31! Вот, значит, сегодня 32 декабря! Это невозможно! Вы опять? Да, опять и опять. Это доказано наукой. А наука для меня дороже собственной головы. И дважды два ваше лица 4, а 5 всегда 25. Вы меня можете посадить в тюрьму, вот как отрубить мне голову. Ну ладно, хорошо, дорогой профессор. Ну что ж вы так разволновались? И я вас прощаю. И вообще, я где-то слышала, что короли иногда любят, когда им говорят правду. А все-таки Новый год не наступит до тех пор, пока мне не принесут полную корзину подснежников. Ваше Величество, вам их не принесут. Вот. Ваше Величество, не сердитесь. Позвольте представить вам послов дружественных нам государств. Итак, посол западной державы. Ах, Ваше Величество, гутен так, гутен так, вам тут поздравление, гутен так, я. Мой герой достойнейший, Виттишон, с Новым годом поздравляет, Виттишон, я. Ах, Ваше Величество, только вас, С Новым годом, король, поздравляю вас, Рау, я. Ах, Ваше Величество, гутен так, вам тут поздравление, гутен так, я. Мой герой достойнейший, Виттишон, с Новым годом поздравляю, Виттишон, я. Я. Ну что ж, можете поздравить Ваше Величество с Новым годом. Если он у него наступил, в нашем королевстве, как видите, Новый год запоздал. Ваше Величество, позвольте представить вам посла восточной державы. Мой повелитель и господин приказал мне приветствовать Ваше Величество и поздравить вас. С чем? С чем поздравить? Цветок души веселый, красивый, какой ты славный, пикантный, мудрый. Все в городе знают о моем приказе.
конечно, Ваше Величество, абсолютно все знают, да всех было... Ваше Величество, по королевскому приказу во дворец прибыли подснежники. Как? Простите, сами прибыли? А никак, мне их доставили две особы без титулов и званий. Ну, так давайте скорее заметьте этих двух особ без титулов и званий. Ну что я вам говорила? Не может быть. Вылегте. Красотища-то какая. Сюда! Сюда! Секундочку, возьмите. Ну, скорее! Прошу вас, Ваше Величество, подснежники, как вы просили. Ой, это что? Это что, есть те самые подснежники? Да, снежники лесные. Только что я с вас содрала. Сами рвали. Ой, какие они красивые. Так, я хочу, чтобы сегодня все продели в петлички и прикололи к платью подснежники. Я не хочу никаких других цветов. Все, Новый год наступил и в моем. Слову Богу, эти замечательные женщины нашел такой чудесный цветок. Да-да-да, я весь превратился в слух и жду удивительного рассказа Инды. Да, ну-ка расскажите нам, где вы взяли цветы? Сыгнули. Сами говорите. Ну говорите же. Thank you.
прошу вас пройти. Все готово. Ой, как холодно. Ой, а я и не знала, что на свете бывают такие большие сугробы. И такие странные, смешные деревья. Мне это даже нравится. А вам? Разумеется, ваше величество, я без ума от природы. Я вижу, что без ума. И я совсем не то хотела сказать, ваше величество. Я просто хотела сказать, что безумно люблю природу. Ой, а вот она, по-видимому, вас не очень. Да вы только посмотрите, у вас совсем сизый нос. Это вполне объяснимо. Усиленное движение способствует кровообращению. Движение, кровообращение, ничего не понимаю. А ну-ка, подведите его сюда. Служивый, королева требует. Это почему? Это ты вытер лоб. Запрел, ваше величество! Ваше величество, позвольте вам объяснить. Запрел в простонародье означает ужасный стал. Жирно? Да чего же? Ахлопаты от метла от топора, ваше величество. Ах, вот как. Так точно, ваше величество. Так, всем немедленно раздать топоры, лопаты, а мне дайте метлу. Ваше величество, я не умею ни лопаты, ни топор. Я умею играть в теннис. Да-да-да, а я сказать на арабском жеребце. Голубушка моя, позвольте указать вам, как нужно колпать лопаткой. Смотрите, вот так, раз в снежок. Раз. Хорошо. Копать лопаткой. Хи-хи-хи. Как это было мило. А в этом я давно хихит. Давным-давно забыла. Ваше величество, женщины прибыли. Ага. Ишь ты, поляна. Вот ты врёшь, врёшь, а ли на руках и правду соврёшь. Ой, ваше величество, привела вам свою Пашеньцу, не звать греться. Подведите её сюда. Вот ты какая! А я думала, ты мохнатая, косолапая! А ты просто красавица! Не правда ли она очень мила? Послушай, хочешь, я тебе подарю 12 пар копыт пальчиков? Туфельки на серебряных каблучках, помадное колечко на каждый пальчик и по золотому браслетику на каждую ручку. Хочешь? Спасибо, только мне ничего не нужно. Что, совсем-совсем ничего? Нет, мне нужно одно мое колечко. Не 10 ваших, а одно мое. Подожди, а что разве одно лучше, чем 10? Для меня лучше, чем 100. Не слушайте, ваше величество, она сама не видит, что говорит. Не слушайте. Нет, знаю. Было у меня колечко, а вы его забрали и назад отдать не хотите. А ты видела, как мы его брали-то, а? Не видела, но знаю, что оно у вас. Ой, да. Ваше величество, верьте, слова не от него у нас, а от
Ну-ка, быстрее, ведьмы! Королева поднимается. Ой, его другого такого на свете нет. Доченька! Ты зачем же чужого отца в карман спрятала? Так мы же сами сказали, в карман положи, больно палец не лезет! А-а-а! Какое красивое колечко! Откуда оно у тебя? Мне его дали. А кто тебе его дал? Не скажу. Верните это колечко девушке, которому вы, видимо, очень дорожили. А сами поехали домой. Ваше упрямство не доведет нас до добра. Это я-то упрямо! А кто же осмелись спросить? Слово не кажется, что вы забыли, что слово «коснить» короче, чем «помилок». Ваше величество! Не слышите, я не хочу! Я молчу! Так, последний раз спрашиваю. Покажешь дорогу подснежникам? Нет. Костру, на по зимнему ковру, к новогоднему костру.
Мы когда уезжали, из замка был январь месяц, а сейчас, то ли по всему октябрь, и где мы его достанем? Этого не может быть! Никакие ваши месяцы в своем королевстве нет и не будет! Это мой профессор их выйдут! Ваше Величество! Пойдемте, ваше величество.
Смотри-ка, согрелась, и щечки-то порозовели. Я люблю, когда костер жарко горит. А? Спасибо вам, братья месяцы, два раза вы меня от смерти спасли. А мне вам в глаза смотреть солнце. Потеряла я ваш подарок. Как говоришь, потеряла? А угадай, что у меня в руке? Колечко. Колечко. Хорошо, что ты его не пожалела, а то не видать тебе ни всех 12 месяцев, ни апреля. Хоть и говорят, что апрельское солнце обманчиво, да и обманет тебя больше месяца апреля. Было оно мне дорого, а теперь еще дороже будет. Только страшно мне с ним домой возвращаться. А вдруг с ним снова отнимут? А некому отнимать. Вернешься домой и будешь там полноправной хозяйкой. И уж не пить нам. Мы к тебе в гости ходить будем, верно? Верно. Верно. Придет. Мы месяцы народ богатый, умеет только подарки от нас принимать. Будут у тебя в саду такие яблоки, такие цветы и ягоды, каких еще на свете не бывало. А вот тебе от нас тройка с бубенцами да сани просторные. А вот там сундук волшебный. А то нехорошо как-то домой от братьев месяцев без подарков возвращаться. Ой, не знаю даже, какими словами вас благодарить. А ты открывай, открывай. Да посмотри, что в нем. Может, мы тебе и не угодили. Да. Видела я сегодня королеву, да только нет у нее таких платьев. Ой, и такой шубки. И примерь обновки. Братья, кажется, к нашему огоньку кто-то продирается, а? Послужил я сегодня солдату одному погреться у нашего костра. Вы как, братья? Ну что, в школе послужил, так кому и выяснили. А вот и костерок, ваше величество! Не обманул меня тот старик. Разжалуй сейчас о компании, а разрешите у костра погреться? Проходи и грейся. А, здорово, хозяин, и все у тебя огонек. Только позволь мне из спутниковой к теплу пристроить. Наше солдатское правило такое. Сначала начальство расквартируй, а потом уж и сам на посту становись. Ну, раз такое правило, то по правилу и поступай. Пойдемте, ваше величество. Ой, пойдемте, ваше величество. Вот сюда поближе, вот так. О, а вы ближе подойдите, теплее будет. Ой, а это же та самая девушка, что под снежники нашла. Только какая она нарядная. Так точно, ваше величество, они самые. Добрый вечер, сударыня. Третий раз мы сегодня встречаемся, а вас и не узнать. Вы литая королева. Да чего ты там такое говоришь, я вот тебе. А ты здесь не командуй. Солдат у нашего костра, гость званый, а ты при нем состоишь. Нет, он при мне. Да нет, ты при нем. Солдат без тебя куда хочешь пойдет. Ты же без него и шагу не ступишь. Ах, ах, Ванка, ну тогда на прощание. Ваше величество, пойду я до дворца, да и вы без шутки замерзнете. Греетесь, греетесь. А ну, цыц, свиренки, вечная гляка. Не успели вам шубы собачьи надеть, а уж людей бросаются. Надо же, как лаются дети, словно ругаются. Как будто ладней их знаком, а где слышала, не припомню. Верно, сударыня. Это ваша мальчика с дочкой от злости аж в собак превратились. О. Да неужто и теперь до смерти собаками оставаться? Ну зачем же? Годочек побегу, а к следующему новогоднему костру приводи. Снимем с них шутки. А вообще пора, гости, вам домой возвращаться. Ах, да мы и рады домой-то возвращаться. Ты как же мы по зимнему лесу, без шопу, без саней. Но зачем же? Вот там тройка с бубенцами, да сани просторные. А вот сундук волшебный с шубейками. Она хозяйка, ее просите. А как же я ее буду просить, да? Так я никогда никому ни о чем не просила. Да. Профессор, да. А как же вы такому простому делу не научили? А, приказывать умеет, а просить не умеет. А ее величество ее и
величество, училась только тому, чему ей было угодно учиться. Да? Да. А между прочим, я за сегодняшний день научилась больше, чем у вас за 3 года. Вот так вот. Знаешь что? Послушай-ка, милочка, помоги нам отсюда выбраться, я тебя за это по-королевски награжу. Спасибо, ваше высочество. Только мне ничего не нужно. Да не обещали в футболе никаких наград. Уж довольно сегодня была обещана. А сказали бы попросту. Помоги, сделай милость. Вы ж не извозчика нанимаете, ваше величество. Кажется, я поняла. Послушай, девочка, помоги нам, пожалуйста. Мы очень сами возли. А чего ж не помочь? Конечно, помогу. И шубки вам дам. Давай. И вам, ваше высочество, шубка. Вашему учителю. Держите. Благодарю вас, благодарю. И солдат. Берите, берите мне эту ногу, а назад я не заберу. Ой, пожалуйста, знаешь что? А за эти, подожди, 12 бархатных платьишек, туфельки на золотых каблучках, под вашим колечком. Ваше величество, вот вы опять, да, опять состоял. Ни казенного образца шнурка, ни по форме. Да у нас сегодня все не по форме, надевай. А, и то верно, какая уж тут форма. Обещали шубу со своего плеча, и вот чужих будем греться. Обещали своих сам как угадать, то чужих поедем. Ну и ладно, на том и спасибо. Только позвольте хозяева на облучке пристроиться. Дело-то ведь привычное. Сами служивые на облучок довези своих седоков. Но следи, чтобы шубки в дороге не потеряли. Спасибо вам, братья месяцы. Никогда я не забуду вашего новогоднего костра. Ой, а я бы и рада забыть. Да не забудется. О, а вот забудется, так напомнится. Что это, компания? Счастливо оставаться. Прощай, зеркало народа! Ну что, дедушка Лес, попугали мы тебя. Да уж ладно, спи себе. Больше не потребуй.